В МВД России по Одинцовскому городскому округу состоялась встреча полицейских с молодыми сотрудниками и стажерами. В мероприятии приняли участие председатель Совета ветеранов УМВД Александр Тарасов и член Общественного совета УМВД священник Григорий Федотов. Главная цель этой встречи – развитие у ребят необходимых профессиональных качеств и морально-психологическая подготовка к выполнению оперативно-служебных задач.